Анатолия, какой же ты все-таки продажный человек. И отметь тебя, чтобы на твои зубы лишний раз посмотрели. И драться ты готов, где тебя больше умаслят, неважно какой уровень организации. Ужас, ужас просто. Вот простой у меня 2 года, а ты когда вообще в своей жизни дрался? И на Олега Монгола не гони, он боец посерьезнее тебя. И не судись с ним, пожалуйста. А как ты с Беркой развлекаешься, мне кажется, людям лучше не знать. Лучше скажи всем, когда ты драться-то готов, чтобы контракт тебе можно было прислать. Колян, ужас! Ой, Колян, Толян! Толян, ужас, ты же солидный человек. Столько мата и агрессии. Я даже не думал, что смогу так сильно тебя разозлить. Вот этим вот заборчиком. Дорогой Даня Рэгбист, я смотрю, ты сильно преуспел в оформлении сторис, прилепляешь всякие красивые картинки. Молодец, СММщик у тебя работает. Он у тебя вообще способный парень, в части комментариев особенно. У меня к тебе будет большая просьба, чтобы я не из ютубов узнавал о том, что ты там что-то ко мне обратился, рассказываешь всем, что я засухарился. Ты отметочки делай просто, и поверь, я буду тебе достаточно быстро отвечать. Это первое. Второе, что касается самого контракта. Ни от Камилы Гаджиева, ни от Асхаба Тамаева я свой контракт еще не получал. Если ты хочешь узнать, готов ли я с тобой драться, да, готов. Что в части условий? Я буду драться за лучшие коммерческие предложения на рынке и буду делать свой выбор исключительно исходя из суммы гонорара. Ну и третье, самое главное, Рэгбист, у тебя такой большой простой был. Ты вот по следующей историке сделай свайп, подбери себе достойного оппонента. Ну так, чисто разогреться. Может, Берку упорно звезду, Олега Монгола. Ну, мне кажется, они тебе сейчас по уровню. И да, Epic Fighting уже на канале. Первый выпуск боев. Рэгбист, ну что, ты молодец, слушаешься. Я сказал тебе меня отмечать, ты отмечаешь. Все правильно, пес должен слышать своего хозяина. Слушай, тебя так беспокоят мои зубы. Я понимаю, что кривой забор, который у тебя во рту вместо зубов. У Монголу базару нет, серьезный боец. Я думаю, тебя он распиздошит, как пса. Второй раз про пса говорим. Опасно. Вот, в части всего остального молодцы. Быстро собрали совещание такой хуевенькой креативной группы компании Top Dog. Лейбл свой ты запилил, все по красоте. Но шутка, сказанная второй раз, не смешная. К трэш-току на наших конференциях готовься, пожалуйста, лучше. Потому что сейчас, ну, не очень объективно. Давай, работай над собой. Молодец, малыш. Ну что, друзья, от слов переходим к делу. И то ли Даня правы, бумаг они никаких не получали. Нужно же было немножко посидеть, подумать. Вот контракт с Анатолием Сульяновым. Шарик сделает покрупнее. Здесь все, как говорится, черным по белому. Подписываю со своей стороны. А деньги 10 миллионов рублей. И если кто-то предложит то ли большие деньги, то ли и Дане, то они будут абсолютно правы, приняв то предложение. Хотя хочу напомнить, что не все измеряется деньгами. Нужно еще понимать, на какой площадке ты дерешься и так далее. Авторитет площадки, условия, которые организаторы могут создать, их опыт. В общем, если кто-то предложит больше, парни, делитесь там. А вот мое предложение 10 миллионов. Тольную электронную почту не знаю. Сейчас отправлю Толику. Это все в WhatsApp. Вот 10 миллионов. Еще раз.